Тема нашего урока – количество звуков и букв в слове. Деление слов на слоги. Цели нашего урока. Сегодня мы повторим все о слоге, как части слова. Будем учиться различать количество слогов в слове по количеству гласных букв. Желаю всем удачи! Давайте повторим, что такое звуки речи. Звуки, которые вокруг нас, бывают гласными и согласными. Согласные звуки могут быть твердыми и мягкими. Гласные звуки – ударными и безударными. Маша нас спрашивает, почему звучат слова? Потому что звуки мы слышим и произносим. Буквы мы читаем и пишем. Из букв состоят слова. Вспомните, пожалуйста, что такое слово. Правильно, это сочетание букв, которое имеет значение. А что же такое слог? Это часть слова. Слог – это один или несколько звуков, произнесенных одним выдыхаемым толчком. Это очень легко проверить, если произнести слово перед горящей свечой. Например, слово «ракета». Ра-ке-та. Пламя трижды будет колебаться, а произнесение ударного слога может даже и погаснуть. Так как же узнать, сколько в слове слогов? Откройте, пожалуйста, свои рабочие тетради. Запишите число. Классная работа. Я тетрадь свою открою и наклонно положу. Я, друзья, от вас не скрою. Ручку я вот так держу. Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь. Давайте отгадаем загадки. Белый камушек растаял, на доске следы оставил. Правильно, это мел. Стоит дом, кто в него войдет, тот ум приобретет. Это школа. Если ей работу дашь, зря трудился карандаш. Правильно, это резинка, ластик. Так чем отличаются все эти слова от гадки? Обратите внимание на слоги. Догадались? Правильно. В слове «мел» один слог. В слове «школа» два. И в слове «резинка» три слога. Молодцы! Теперь давайте закрепим понятие о гласных и согласных звуках путем звукового анализа слова. К нам в гости пришла собака. Посмотрите, какая она печальная. Давайте поможем ей определить, сколько же будет слогов в слове «собака».
Но перед этим проведем звуковой анализ слова. Вспомнили? Все верно. Пишем слово «собака», а произносим это слово «са-бака». Давайте дадим характеристику всем звуков в этом слове. Звук «с» – согласный, глухой, твердый, парный. Звук «а» – гласный, безударный. Звук «б» – согласный, звонкий, твердый, парный. Звук «а» в данном слове – он гласный, ударный. Звук «к» – согласный, глухой, твердый, парный. Звук «а» – гласный, безударный. В этом слове 6 букв и 6 звуков. А сколько же в этом слове слогов? Нам надо разделить это слово на слоги. Как же это сделать? Давайте разберем правила деления слов на слоги. Слоги всегда образуются с помощью гласных букв, поэтому сколько в слове гласных, столько же и слогов. Слог может состоять из одной гласной, но без гласных слогов не бывает. Например, мо-ло-ко – 3 слога, йо-жик – 2 слога. Когда мы делим слова на слоги, слоги можно пропевать, шагать, скандировать, как на стадионе. Помогает прохлопывание слов в ладоши. Можно поставить тыльную сторону кисти руки под подбородок и громко произнести слово. При этом подбородок касается руки с каждым слогом. Попробуйте. Делим слово «собака» на слоги. Со, ба, ка. Итак, в этом слове 3 слога. Теперь самостоятельно разделите слова на слоги. Что можно увидеть в лесу? Правильно. Сейчас вы произносили слова. Выполним упражнение номер 1. Разделите слова на слоги, напишите в тетрадь и поставьте ударение. Обратите внимание на образец. Слово «дерево» имеет 3 слога, ударный – первый слог. Слова «волк», «ежик», «сова», «белка», «деревья», «цветы», «лиса», «вишня», «ягода», «синица». Запишите, пожалуйста, в тетрадь и разделите их на слоги. Не забудьте поставить ударение. Вы справились с заданием. Молодцы! Всему название дано. И зверю, и предмету. Вещей кругом полным-полно, а безымянных нету. И все, что видит только глаз, над нами и под нами, и все, что в памяти у нас, означено словами. Переходим к упражнению номер 2. Перепишите, пожалуйста, слова в тетрадь и укажите цифрой количество слогов. Посмотрите образец. Слово «сорока» – 3 слога. Важно!
Нельзя путать деление слов на слоги и деление слов для переноса. С переносом слов мы познакомимся на других уроках. Давайте сделаем вывод. Согласные звуки слога не образуют, а гласные звуки образуют слог. Поэтому сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. Запомните, пожалуйста, правило. Повторяйте его вместе со мной. Сколько в слове гласных, столько и слогов. А теперь давайте немного поиграем. Вам необходимо составить пирамидку из картинок. Наверху пирамидки разместите слово, которое состоит из одного слога. Ниже – из двух слогов, а в самом низу – слова из трех слогов. Будьте внимательны. Молодцы! Давайте проверим себя. Что у нас получилось? Слово из одного слога – лев. Слова из двух слогов – жираф, зебра. Слова из трех слогов – дикобраз, кенгуру, носорог. Вы справились с заданием. Молодцы! В конце нашего урока я хочу предложить вам маленький тест и проверить, как вы поняли нашу тему. Задание номер один. Выберите верное утверждение. А. Согласная буква образует слог. Б. Согласная буква не образует слог. И второе задание. Выбери верное утверждение. А. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Б. Слогов в слове больше, чем гласных. И вариант В. Слогов в слове меньше, чем гласных. Хорошо подумали? Давайте проверим, что у вас получилось. Правильный вариант ответа в первом задании – буква «Б». Согласная буква не образует слог. Правильный вариант ответа во втором задании – сколько в слове гласных, столько и слогов. Вы молодцы! Итак, домашняя работа. Первое. Устно ответьте на вопросы. Чем мы сегодня занимались на уроке? Как правильно разделить слова на слоги? Как определить количество слогов в слове? Второе задание. Вам необходимо выполнить упражнение в тетради. Разделить слова, где можно, на слоги. И написать это упражнение в тетрадь. Желаю всем удачи! Молодцы! Спасибо за работу на уроке.